Сотрудники полиции в Кишиневе сегодня утром пришли с проверками к протестующим в палаточный городок. Ранее в молдавской столице прошла серия митингов, шествий и пикетов. С нами на прямой связи депутат парламента Республики Молдова Богдан Цирдя. Богдан Кайдарович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете обстановку в республике в связи с недовольством многих жителей? Изменились ли их требования за последние дни? Ну, требования, конечно, изменяются ровно с ростом цен. Сегодня у нас уже, вы сами знаете, что электричество выросло буквально в два раза в течение одного года, и сегодня уже больше 3 леев. Газ больше 30 леев за кубический метр, то есть это фактически $1,5 за один кубический метр. И все это происходит на фоне объявленных отключений, начиная со вторника, объявленных отключений электроэнергии в Республике Молдова. И на фоне постоянной истерии, истеризации со стороны властей, что нужно экономить свет, нужно экономить газ, нужно пореже открывать дверцы холодильника, да, нужно выключать свет, нужно, понимаете, экономить электроэнергию и так далее. Вот на этом фоне и происходят эти митинги, а власти пускают спецназ, а власти вместо того, чтобы хотя бы пообщаться с митингующими, используют жандармов. Избивают пенсионеров, избивают подростков на виду у десятки журналистов и у сотен тысяч людей. И продолжают, как вам сказать, вот эту политику геноцида и политику тотального повышения роста цен и обеднения, если хотите так, да, или грабежа населения. За счет тарифов, за счет цен, за счет дичайшей инфляции, которая уже сегодня 35%. Процентов самой высокой в Европе. А некоторые говорят, что уже 38% по факту. Вот и делайте выводы. Многие экономисты говорят, что сегодня зарплата в бюджетном секторе, реальная зарплата, упала на 31%. 31%. А зарплата по экономике средняя, реальная, упала на 13%. Вот это и заставляет людей выходить на митинги и выдвигать новые требования. Кстати, в том числе уже и политические. Уже и политические. А как вы считаете, это финальное повышение цен или это только начало, что называется, такого затяжного периода? Нет, это понятно, что власти оптимистичны. Они всегда говорят, что будет хуже. Понимаете, что будет хуже. И о каком оптимизме можно говорить? Да, когда нам говорят, что с завтрашнего дня будут веерные отключения, когда мэр столицы Кишинева Иван Чабан говорит, что возможно перестанут ездить троллейбусы, понимаете? Когда нам говорят уже открыто, что всех детей, наверное, или возможно, или скорее всего переведут в онлайн, потому что государство не в состоянии оплачивать свет, оплачивать вот все эти коммунальные услуги для школ, для университетов и так далее. И когда у нас уже сегодня, вот, и я не говорю про Приднестровье, где простаивает уже, остановил работу и металлургический завод рыбницкий, крупнейший в Европе, и другие, да, заводы. В Молдове уже начинается банкротизация многих предприятий, и власти открыто говорят, ребята, переходите на ночную смену. То есть на ночной режим работы. И это в стране кандидат Евросоюза, это в стране, да, которая якобы уже без 5 минут вступит в Европу. Вот на фоне этой истерии, вот на фоне этой нищеты, на фоне этих заявлений постоянных, да, о мобилизации возможной, да, заявления о закупке беспилотников, да, заявления участия в Крымской платформе, да, бодания с Россией, с Газпромом, с Молгрессом, Леша его знает еще с кем, да, вот на этом фоне понятное дело, да, что люди очень напуганы. Люди напуганы и нищетой, и возможностью там эскалации ситуации, я не говорю про войну, не дай бог, конечно, и отсутствием света, энергии и так далее. То есть выходят десятки тысяч уже на митинги, уже десятки тысяч, и пенсионеры там, и рабочие, и учителя, и медики, и кто угодно. И ситуация будет только нагнетаться и обостряться, потому что власти
кроме репрессий, кроме арестов оппозиции и уголовных дел, причем на депутатов, на лидеров партии, даже на вашего скромного слугу, умудрились, да, завести уголовное дело. Так о чем мы говорим, да? О чем мы говорим? Идет тотальная диктатура, идет тотальный беспредел, которых в истории Молдовы, кстати, таких аналогов и прецедентов реально не было. Люди просто в ужасе. И эксперты, и политологи, и депутаты, и кто угодно. Кроме, конечно, внешних партнеров, которые делают хорошую мину при плохой игре. Но и у них, наверное, скоро лопнет терпение, потому что это действительно беспрецедентно, то, что творится. А как вы считаете, как долго могут продолжаться эти протесты? Вообще, есть ли, звучат ли такие предложения по какому-то выходу из текущей ситуации вот, со стороны оппозиции? Ну, допустим, партия ШОР создала и Комитет национального спасения, и теневую прокуратуру, да, или альтернативную, если хотите, и уже теневое правительство. И уже заявляют о том, что эта теневая прокуратура будет судить, скажем так, устроят народный трибунал Майи Санду и так далее. С другой стороны, социалисты создали вот свою платформу, где 7 партий входят тоже центристского, правоцентристского толка, и которые тоже говорят уже открыто, что нужно выходить на протесты. При этом власть, я это особо подчеркиваю, на контакты с оппозицией не выходит. На контакты с гражданами не выходят, они контактируют только с соросовскими СМИ и неправительственными организациями, ну и с послами, конечно. А сама Майя Григорьевна Санду постоянно находится за границей. Вот я не знаю, да, она путешествует по 8 раз в неделю, да, и найти ее в Кишиневе, это просто нереально. Просто нереально. У нее уже прописка, наверное, либо в Румынии, либо в Париже, либо еще где-то, но только не в Кишиневе. Вот какая ситуация, действительно, патовая, сложная, кризисная, и все на грани обвала, экономического, на грани социального кризиса, да, и про политический кризис уже я молчу, потому что подходим буквально к революционной ситуации. Когда верхи еще могут, а низы уже не хотят. Да? Классическая история, да. Еще экс-президент Молдавии Игорь Дадон накануне заявил, что некоторые иностранные коллеги заинтересованы в розжиге войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных из НАТО, из Румынии точнее. Согласны ли вы с такой оценкой? Знаете, я вам скажу вот такой маленький нюанс. Игорь Дадон как заявил об этом, как я понял, ему в тот же день завели уголовное дело за распространение фейков. Майя Санду приняла такой закон недавно, да. То есть ваше любое мнение, если не совпадает с мнением самой Санду, является ложью, а значит вы должны сидеть, да, или должны оплатить штраф. Конечно, такие опасения в обществе есть. Есть такие опасения. Об этом говорят уже и партия социалистов, которая неоднократно выходила с идеей, да, принятия закона о постоянном военно-политическом нейтралитете. Об этом говорит и партия ШОР. Об этом говорит и Ион Кику, экс-премьер-министр, который создал свою партию. Да, и говорит, что нам главное не допустить сейчас войну, и скатывание в войну правящего режима. Об этом говорят многие политологи. То есть... Это говорю не я даже, да? Это говорит не Игорь Дадон, это говорят большинство лидеров оппозиционных партий, что сегодня на Западе существуют определенные политические, назовем их англосаксонскими силами, которые заинтересованы в определенной дестабилизации ситуации и втягивании Молдовы в определенные военно-политические действия или как минимум в гибридную войну. Как минимум гибридную войну. И все это вместе взятое происходит на фоне роста военных затрат, получения кредитов из Евросоюза на 40 миллионов евро, как минимум, о закупке оружия, на фоне декларации из спикера парламента Игоря Гроз, что нам нужно покупать новую систему, современную систему ПВО и современные беспилотники для защиты якобы нейтралитета. Понимаете? Маразм ситуации, да? Чтобы защитить нейтралитет, мы вооружаемся до зубов. Вопрос, а против кого мы хотим защитить наш нейтралитет? Вот против кого? Да?
Ясно против кого. Кого мы осудили раза в 595, а может быть и больше. А может быть и больше. Вот такая ситуация. И осудили не мы, осудила Майя Григорьевна, понятно, Игорь Гроссу и вся верхушка партии действия и солидарности, которая находится сегодня у власти. Ну, понятно, да. Богдан Кайдарович, спасибо большое за ваш комментарий, ваше время. Напомню, что на прямой связи с нами был депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя.